Здравствуйте. Сегодня я хотел бы поговорить о группе краудрока, одной из самых удачливых, как считают критики, групп краудрока, группе из города Ганновер, рок-группе, прог-рок-группе Джейн. Хотя стилистика группы нельзя уже так определить ее однозначно, что это прог-рок группа, потому что группа играла и отличный хард-рок, а она играла и элементы довольно-таки часто психоделического рока. Но вот если, скажем так, не спорить по поводу какой-то узкой стилистики группы, то эту группу можно определить всеобъемлющим понятием краудрок. Группа Джейн была основана в 70-м году, в октябре 70-го года в городе Ганновер. Эта группа выросла из другой группы под названием Justice of Peace. Это Justice of Peace, группа даже выпустила какой-то там сингл, работала, но вот что-то у ребят пошло не так, они решили группу расформировать. И три члена этой группы, это Питер Панка, Вернер Надольный и Клаус Хесс, они решили организовать новую группу под названием Джейн. Они наняли в качестве басиста еще Чарли Маучера и в качестве ведущего вокалиста Бернта Пулста. И вот в таком составе Питер Панка играл на ударных, Вернер Надольный занял место за клавишами, а Клаус Хесс играл на гитаре. И вот эти два нового нанятых музыканта, это Маучер на бас-гитаре и Берн Пулст на главном вокале. И эта группа в 72 году выпускает свой первый дебютный альбом. В 71 году они заключают контракт, ну вот повезло ребятам, наверное, смогли показать этому лейблу Brain Metronome, что вот их стоит взять себе на борт, и данный звукозаписывающий лейбл подписал с ними контракт. И через год после подписания контракта, в 72 году, выходит дебютный альбом группы под названием Together. Альбом сразу же становится популярным. Группа получает популярность, по крайней мере, в Европе, не всемирную популярность, но в Европе она становится заметной, и эту группу хвалят музыкальные критики, отзываются они очень хорошо, как они писали тогда о первом альбоме группы, что это какой-то вот незаглаженный, а такой действительно живой, хороший рок. И вот если брать, допустим, вот это обозначение, которое в группе часто применяется, прог-рок группа, то прогрессивного вот в первом их дебютном альбоме было действительно мало. Все-таки нельзя этот альбом назвать прогроком. Некоторые называют вот стиль первого альбома группы, да и в дальнейшем группу называли, что группа играла в таком стиле прог-н-ролл. Не рок-н-ролл, а прог-н-ролл. Возможно, да, это имеет под собой полное основание. Чем еще отличалась группа Джейн от себе подобных групп в то время? Это неимоверной сменой состава. И вот мне кажется, что достичь какого-то вот первого эшелона звездной славы в шоу-бизнесе им и не позволила вот эта вот нестабильность и постоянная смена коллектива, вот от, на мой взгляд, конечно, это отсутствие каких-то вот основного костяка, хотя бы несколько человек, там 3-4 человека, основной состав, который бы единомышленников, которые работали бы слитно, делились своими идеями, соединяли эти идеи, выдавали совместный какой-то вот продукт, к которому они бы все стремились. Вот в группе Джейн не так. У них постоянная смена состава. Выпустили свой дебютный альбом, и ведущий вокалист Пулст покидает группу, хотя его музыкальные критики признают лучшим солистом года. И фанаты группы Джейн очень сожалели, что Пулст покинул группу. Вот пришел
поучаствовал на одном альбоме и ушел. И такое с группой, к сожалению, происходило от альбома к альбому. Вслед за ушедшим Полстом группу покидает по состоянию здоровья Маучер. Выходит второй альбом группы, и после выхода второго альбома группу покидает Надольный. Уходит для того, чтобы организовать свою собственную группу под названием «Леди». Группа выпускает третий альбом, за третьим альбомом четвертый, опять постоянные составы, состав постоянной группы меняется. Группа подходит к выпуску своего пятого, самого знаменитого альбома. В группу возвращается Вернер Надольный, потому что его собственный проект оказался недееспособным и нежизнеспособным, и вот, к счастью, он вернулся в свой старый проект «Джейн». И уже с участием Надольного в составе группы, группа приступила к записи пятого альбома «Огонь, вода, земля, воздух». Это самый популярный альбом группы. Это с этим альбомом группа получила международную известность. Ее начали постоянно сравнивать с группой Pink Floyd. А, собственно говоря, о них и говорили так, что Джейн – это немецкий Pink Floyd. В 1977 году группа записывает и выпускает свой самый лучший концертный альбом. Альбом стал золотым и имел большую популярность. Сразу за выпуском этого альбома выходит их студийный альбом 1977 года. Уже альбом 1978 года «Age of Madness» уже был записан в собственной студии группы. Эта студия имела возможность 24-трековой записи. В 1979 году выходит девятый альбом группы, который так и называется «Номер 9», и этот альбом до сих пор считается одной из самых больших неудач группы. Почему? Потому что группа к этому времени уже сократилась до трио, и вот трио записывало этот альбом. В 1980 году выходит альбом под одноименным названием «Джейн», его еще иногда называют «Маска» из-за маски обезьяны на обложке альбома. Этот альбом уже, по сути, хард-роковый альбом. Здесь больше рока, чем прог-рока. В 1982 году группа записывает альбом под названием «Германия». Вот, на мой взгляд, это, собственно говоря, последний альбом. Это, опять же, повторюсь, на мой взгляд, последний альбом настоящей группы «Джейн». После этого идут разногласия, Клаус Хесс кидает группу. Группа, по сути, уже в полудействующем состоянии находится. В 83 году Клаус Хесс даже выпускает уже свой первый сольный альбом. И в 83 году группа собирается для работы над музыкой к рок-балету «Чернокнижник». Пытаются взаимодействовать, может даже и восстановить группу, но из этого ничего не получается. В 1984 году Питер Панко организовывает свою собственную группу под названием «Леди Джейн». Это концертная группа поначалу, и вот уже он как бы занимается своим собственным проектом. В 89 и 90 году выходили концертные альбомы группы «Джейн», но вот на виниле они выпускались там в количестве по 300 штук каждого выпуска. Ну, я даже, честно говоря, не считаю это полноценными альбомами группы «Джейн». Последняя попытка объединить и собрать группу заново была предпринята в 1992 году. Ребята собрались и решили провести концертный тур в Новой Зеландии. Ну вот, надеясь на то, что этот концертный тур объединит группу, и группа дальше сможет опять совместно работать. Но реюнион оказался неудачным, и группа распадается и раскалывается в этот раз уже окончательно. Почему раскалывается? Дело в том, что было организовано две группы «Джейн». Одна группа называлась «Питер Панко Джейн», вторая называлась «Вернер Надольный Джейн». То есть была одна Джейн, стало две Джейн. Я вот с этого момента, собственно, и раньше, вот после выпуска их альбома «Германия», перестал следить за деятельностью этой группы. Мне кажется, уже ничего интересного, и чтобы могло бы мне понравиться, группа в своем творчестве не выдавала.
В 2007 году умирает Питер Панко. И вот, как это уже неоднократно было, я рассказывал в своих выпусках о других группах, которые оказались в подобных обстоятельствах. Умирает один из основателей группы, перед этим выступавший под своим именем и именем Джейн, Питер Панко Джейн, играла группа, он же для этого нанимал, Панко нанимал для этого музыкантов. И вот когда он умирает, музыканты решают, что вот он бы вот хотел, чтобы мы работали и дальше без него. И группа продолжает свою концертную деятельность, выступает под названием Питер Панко Джейн, хотя никто из музыкантов никакого отношения к группе Джейн уже давно не имеет. Ну вот на сегодняшний день, собственно говоря, есть так, как есть. Осталось две группы Джейн, они существуют на сегодняшний день и даже продолжают где-то играть, какие-то концерты давать, там, может даже что-то записывать. Я повторюсь, я же за этой группой уже дальше не следил. Что в итоге? Группа Джейн за время своей творческой активности смогла продать более 2 миллионов альбомов. В пик своей творческой активности группа давала по 150 концертов в год. Группа выпустила, безусловно, несколько альбомов, которые можно считать, вот как альбом их Together, их дебютный альбом можно считать классикой крауд-рока. Замечательный альбом «Огонь, вода, земля, воздух», который можно считать одним из лучших произведений прог-рока. То есть, ну, группа оставила после себя приятный след в развитии рок-музыки. Сейчас я предлагаю вам посмотреть альбомы, которые я купил для своей коллекции этой группы, и немного о них расскажу. Дебютный альбом группы Джейн под названием Together вышел в 1972 году. Этот альбом не является прог-рок альбомом, это действительно классика крауд-рока. И как многие критики называют этот альбом по стилистике, что это прог-н-ролл. То есть по аналогии рок-н-ролл, а здесь прог-н-ролл. Альбом мне лично очень нравится. Действительно хорошая, классная работа, но как для дебютного альбома даже весьма хорошая работа. И альбом был принят критиками положительно. Он был оценен и имел популярность. Благодаря этому альбому группа сразу же стала известна в нескольких странах Европы, и у группы появились свои постоянные фанаты. На этом альбоме тяжелая гитара в сочетании с сочным органом Хаммонд и прекрасным вокалом Бернда Пулста, который, к сожалению, после выпуска этого альбома группу покинул. На этом альбоме две длинные пьесы «Spain» и «Hangman» относятся к лучшим произведениям группы Джейн. А первая вещь на альбоме «Daytime» – это та самая вещь, которую, я уверен, вы неоднократно слышали по радио, но даже не знали о том, что это играет и поет группа Джейн. В 1973 году выходит второй студийный альбом группы под названием «Here We Are». Этот альбом более гармонично звучит по сравнению с их дебютной работой. Здесь группа уже добавила синтезаторы, звук все-таки немного изменился. Мне, честно говоря, этот альбом очень понравился, начиная вот с первой вещи «Red Skin». Я когда вот впервые поставил этот альбом, я был впечатлен. Этот альбом следует той же схеме, что и первый альбом. Смешивается и психоделия с хардроковой гитарной такой вот работой. Альбом начинается с прекрасного трека «Red Skin». Это замечательное психоделическое гитарное соло. Этот альбом стал идеальным, можно сказать, дополнением к дебютному альбому группы. И он развил популярность группы, увеличил количество ее поклонников. В 1974 году выходит третий альбом группы вот под простым таким названием «Jane 3». Этот альбом очень неоднозначно был принят фанатами группы. И мнения по его оценке у фанатов и музыкальных критиков разделились. Одни считают этот альбом самым неудачным альбомом группы. Другие считают этот альбом самым недооцененным альбомом группы. И каждая из сторон приводит свои аргументы в пользу именно своей версии оценки.
Я скажу так, на мой взгляд, весьма замечательный альбом. Да, в записи этого альбома уже не принимал участие Вернер Надольный, который покинул группу. Безусловно, это отразилось и на музыке этого альбома. Но группа для записи этого альбома наняла двух гитаристов, и которые устраивали тут, ну, довольно-таки прекрасные гитарные дуэли. И одно можно сказать твердо, то что любители гитарного рока 70-х слушать такой альбом будут с удовольствием. В 1975 году выходит четвертый студийный альбом группы Джейн под названием «Леди». Перед этим альбомом в группу пришло два новых члена группы. Это Мартин Хессе на гитаре и на бас-гитаре, и Готфрид Янка на клавишных, и он же вокалист. Вот они приняли участие в записи этого альбома. Но, как вот говорят критики и фанаты группы, все замечательно сделал Готфрид Янка, когда играл на клавишных. Он действительно прекрасно справился с задачей, замечательно исполнены его партии на клавишных. И сам альбом получился, в принципе, ну не такой, как предыдущий, но тем не менее, тоже твердый, хороший альбом. Вот единственное, в чем группа ошиблась, это то, что она дала микрофон тому же Готфриду Янка. Как говорят фанаты музыкальной критики, вот лучше бы он на клавишных и играл. Потому что, ну, по крайней мере, так утверждают музыкальные критики и фанаты группы, что своим вокалом Готфрид Янка только навредил этому альбому. И без его вокала альбом был бы гораздо лучше. В 1976 году выходит пятый студийный альбом группы под названием «Огонь, вода, земля, воздух». Это самый амбициозный альбом группы Джейн. На сегодняшний день считается лучшим альбомом группы. Любители космического рока этот альбом очень уважают. Альбом дал международную известность группе, и, как в шутку говорили об этом альбоме, с выходом этого альбома группа подняла баннер с надписью «Pink Floyd» выше, чем когда-либо. Вот с этого альбома группу стали регулярно сравнивать со знаменитой группой Pink Floyd, утверждая, что группа Джейн подражает группе Pink Floyd и по сути является немецкой группой Pink Floyd. Для записи этого альбома в группу уже вернулся Вернер Надольный. Участие более классического состава группы в записи данного альбома безусловно отразилось и на конечном результате. В 1977 году группа Джейн выпускает двойной концертный альбом под названием «Live». Этот альбом имеет вот красивую обложку. Это реальная фотография поверхности Марса, сделанная спускаемым аппаратом «Викинг». Этот альбом помог группе преодолеть международные рынки в Северной Америке, Японии и Южной Америке. Альбом содержит мрачно-прогрессивную психоделию, сочетающую тяжелые рифы Black Sabbath с психоделией в стиле Хокинда и импровизированные экскурсии в такой свободной форме. В 1978 году выходит очередной альбом группы под названием «Age of Madness». Это первый альбом группы, который был записан уже в их личной студии звукозаписи. Студия была уже оборудована аппаратурой с 24-дорожечной записью. Этот альбом выходил в нескольких странах. Например, в Канаде этот альбом даже выпускался на цветном виниле, на прозрачном виниле и красном виниле. На альбоме есть очень неплохая вещь, которая называется «Симфония памяти». Такая вот отличная, спокойная, красивая инструментальная вещь с выразительными клавишными, великолепной игрой на гитаре. Здесь есть инструментальный трек «Ауравиль». Интересно название этого трека. Это название города в Южной Индии, строительство которого начали в 1968 году. И этот город специально решили создать с такой концепцией, что этот город создается для людей всех вероисповеданий, любой политики, всех национальностей, для того, чтобы показать, что человечество может жить едино, в дружбе, без конфликтов. Альбом по своему стилю напоминает психоделию 60-х. Хотя на альбоме есть такие вещи, как трек «Love Song»,
которая звучит так, как будто это вот какая-то софт-рок группа играет где-то на пляже Южной Калифорнии. Да, ну вот можно сказать, что 9 треков альбома разделены по качеству своему 50 на 50. В 1979 году группа записывает альбом под названием Sign No. 9. Этот альбом группа записывала уже в виде трио, что, безусловно, сказалось на музыкальном материале данного альбома. И идут постоянно споры между фанатами группы, какой альбом хуже, альбом Jane 3 или альбом Sign No. 9. Но нужно сказать, что это, смотря действительно, с чем сравнивать. На этом альбоме замечательный мелодичный хард-рок. И если сравнивать с современными потугами групп создать что-то значимое, то, безусловно, эта работа не такая уж плохая, как они пишут критики. Весьма нормальный, твердый альбом. В 1980 году выходит очередной альбом группы под названием, одноименным названием «Джейн». Хотя вот из-за этой маски на обложке альбома этот альбом часто называют «Маск». Что в этом альбоме? Здесь новый вокалист. Причем вокалист с таким вокалом, который абсолютно полностью отличается от предыдущих вокалистов, которые работали в группе Джейн. Новый вокалист – это югославский музыкант и гитарист, который тоже после выпуска вот этого альбома уходит из группы. То есть вот как-то вот так у группы получается. Новый альбом, новые участники, потом новый альбом, опять новые участники. Что можно еще сказать об этом альбоме? Здесь чистый рок. Прог-рока здесь практически нет. Мне нравится на этом альбоме трек, называется «Cadillac Rider». Вот у него у этого трека уже чуть ли не панковский стиль. В 1982 году выходит альбом группы Джейн под названием «Германия». Этот альбом показывает, что группа еще дальше ушла от стиля прог-рок. Этот альбом можно твердо считать хард-роковым альбомом. Хотя на нем есть вот пятая вещь «Get Back to You», которая просто стиль регги. Но в принципе это довольно-таки твердый, хороший хард-роковский альбом. Я вам показал все альбомы группы Джейн, которые есть в моей коллекции. Кратко рассказал историю группы. Я постарался быть наиболее кратким в описании альбомов группы и в рассказе о деятельности группы. Признаюсь честно, эта группа не является моей любимой группой. Вот у меня столько ее альбомов, и я могу прослушать 1, 2, 3, 4 альбома в какой-то период времени, но сказать, что я часто слушаю эту группу, это будет неправдой. Перед записью этого выпуска я прослушал 5 из вот этих вот альбомов для того, чтобы возобновить у себя в памяти впечатления об этой группе. Я прослушал 5 альбомов. И что я могу сказать? На второй день я уже не помнил, что я слушал. Но это мое личное впечатление. И оно, и безусловно, демонстрирует мое какое-то отношение, мои личные вкусы. Но я понимаю, что это прекрасная профессиональная работа. Это, безусловно, группа, которая оставила значимый след в развитии рок-музыки. И у нее много фанатов, и такая группа уже вошла в историю рока, и там уже останется навсегда. Но вот, признавая все заслуги этой группы, к сожалению, я не могу сказать, что я в восторге от ее творчества. Хотя прекрасно понимаю, что это замечательная группа. Ну а на этом все. Приятного прослушивания музыки. До свидания.